Ну вот морковочка у нас чего-то не уродилась в этом году, хотя вроде вовремя ее достаточно рано посадила. Вот эту ботву не выбрасывают, ее сушат и используют в супы, в салаты можно добавлять, в какие-то другие блюда она придает очень приятный вкус. По морковке хочется отметить, что она вытягивает какие-то застарелые раны. Или, например, вот чири фурункул идет такой глубокий. Нужно натереть на мелкой терке морковку, приложить к этому месту мякоть, сверху там, допустим, пластырь, вот, ну, чтобы сок вот оставался, прямо такой сочный был кусочек морковочки. И на утро достаточно вот чуть-чуть надавить, и все вот это вот нехорошее выходит. У меня был случай в практике, молодой человек упал, и у него гноилось на ладони одно место, и ни ихтиолка, ни мазь Вишневского не помогали. Я предложила на ночь привязать морковочку, и она за ночь вытянула камушек, то, из-за чего заживление не происходило. Однажды мы 30 дней прикладывали морковку к липоме и вытянули ее тоже. То есть вот она вот такими хорошими свойствами обладает.